Приветствую вас, друзья. С вами Назар. Продолжаем играть Европу за Италию. Короче, сидел я тут, воевал с Тунисом. Воевал. Истощал. Вот тут смог на 64, тут на 54. Тут мы еще дограбливаем. И также я осознал, скажем так, что можно выжигать землю. Это еще на пятерик, на 5% вот эту фигню поднимает. Но это можно делать раз в 5 лет. То есть ты начал войну, выжиг сразу, надо выжигать. И ты заканчиваешь, например, через 5 лет, тоже выжигаешь. Ну, сейчас будем мириться. Опять белый мир. Так, 47 и... Ну, тут можно сразу это сделать. Так, 52. Давайте станем, чтобы побыстрее это все было. Да, тратится немножко. Ну, пусть и тратится. Так, сейчас, погодим. 47. А правда, я вот не знаю, давайте попробуем. Если я, например, сразу выжигаю, оно, может, добыча сразу забирается, но это вряд ли. Так, 47. Выжиг. Нет, оно просто добавилось, а тут надо все равно ограбить. О, неплохо. Федя. Хорошо, пусть будет так. Правда, я идею уже закрываю. Там осталась одна идея из военных, которые мы сейчас закрываем. Так, вроде бы все. Эта война и так длится очень долго. 38-й. 9 лет. За 9 лет мы всего 50% смогли взять. Это мало, это очень мало. Это очень-очень мало. Там и... требование мира идет, и вот это, видите, как оно уже поднялось конкретно. Ну, тут просто идут твои вассалы и захватывают цель войны, и все. Ты ничего сделать не можешь, они по-любому берут эту цель войны. Ну, разве что ставить вас... А, стоп. Так вассалы можно поставить, чтобы они сидели у себя на провинциях своих и все, и не рыпались. Все, значит... Так, этих парней сюда вывозим. Конечно, не всех. Давайте сразу, чтобы попроще было. Так, и все, уехали. Ну, это тут подписываем, наверное, что белый мир попросту, и все. До 52 года. Хотя он, скорее всего, с османами заключит союз. Ну, я не знаю. Посмотрим. Будем пробовать, я хочу взять. Потому что эта ачивка, она какая-то... Она вот прям меня задела, знаете. Возможно, я просто-напросто что-то делаю не так. Может, там есть еще какой-то способ хороший, чтобы вот это... Эту фигню проделать. Продолжаем тренировать наших войска. Так, тут что-то... Не хотят восставать. Строю. Блин, тут слетели сразу. Опять сразу две слетают. Это что, новая особенность такая? Вот. Фабрикуем на Францию и фабрикуем сюда. Вообще вижу, как бы я могу уже объявить войну Осману. Вот. Но пока призвать смогу только поляка. Австрия воюет, тут вообще в трех войнах. Кастилия воюет против Нидерландов. Зачем-то тут стоит, свои войска держит. Блин, ну, вот эти по три звезды, конечно, генералы. И в Австрии есть три звезды. Один я такой отсталый. Было бы неплохо, конечно, сейчас объявить войну. Баден, вот этот Баден. Он воюет с кем-то, он тоже там воюет что-то. А, ну то это против Сербии они все, короче, воюют. Сразу набросились. Что же делать? Войск у меня не так, чтобы есть много. Просто вот эти заключат они союз по-любому. Я вот прям чувствую одним местом, что они заключат союз. Ага, вот эту штуку. Я бы испанцам ее продал. Все забирают.
Если, конечно, смогу. Вообще не могу. Потому что они воюют, да задостали. Ладно, Бразилия. Забирай. Тана. Угу. Тебе тоже, в принципе, впишется нормально. Так, это кто? Крестьяне. Может, станут сюда. Было бы неплохо, если бы тут еще крестьяне стали. Пограбили. Со временем. Посаждали. Там тоже чуть-чуть идет за осады. Так, это все такие войска. Вы сюда. Вы сюда на тренировку. Еще давайте, наверное, построю себе кораблей. Так, а что тут обновиться? Эти надо обновлять. Надо. 1000. Ладно, обновляем. Ну, эти, в принципе, не надо. Давайте еще построим транспортов. Так, у меня есть 69. 68 где-то. Один еще в каком-то флоте. Ну, ладно, короче, сколько угодно там построю. Типа 70 есть. Еще строю штук 20. Сразу 2 построю, чтобы тут было. 80 тысяч можно было перевозить. Так, все, присоединили. А вот с Богемией это что за война у османа? Самоги. А где эта пророка? Самоги. Еще раз. Самоги. Нету такой пробки. Может, это вот это была провинция? Ну, вот вижу, оккупация была. А, это давным-давно уже было. Не знаю, не знаю. Может, возможно, и это пробка. Опять какая-то боговная, видимо. Война. Что опять он воевал против кого-то, потом этого выбили. Может, это было именно через Сербию. Сербию, типа, выбили, а этот продолжается война, что ли. Опять какая-то дичь. Блин, англичане, вы задолбали. Было уже давно это сделать. Так, француз. Ну, там, в принципе, есть гасконских полно претензий. Там наклепал. Зальцбург, ничего себе. Пока сидим. Восстанавливаемся. Все, пошли на спад. Что там? Угу, тут можно брать. Так, надо сюда подвести корабли. Транспортники. Так, заключили они мир, да? Блин, нахрена взял осман. У него рекордов нету. Но войск дохерища, просто дохерища. 300 тысяч. У него займы есть? Нету займов. Как он это содержит, я не знаю.
Надо и себе строить потихонечку. Так, что у нас тут есть? Арты у него тоже до хрена. Давайте построим. Не знаю. Штук. 20 арты. Ну и 20 пехоты. Какая-то абракадабра. Пока рекрутов много. Будем готовиться. А может, и не заключат. Можно порвать мир, напасть. Даже пока идет перемирие, ничего страшного в этом не будет. И на эту войну уже я бы, если бы я вот сейчас напал, я бы смог уже добить до сотки. Я бы уже смог это сделать. Так, французик. Сюда. Сманчик. Пока нельзя. Как там англичане? Все. Ну и последнюю берем. Дисциплина плюс 5. И получаем еще восстановление боевого духа быстрее. Если нас разбили, мы сможем быстрее его восстановить. Так, по пути, наверное, в Марокко заглянем. Попробуем тут еще сбить. Что там по деньгам? По деньгам все, в принципе, нормально. Я бы еще заказал столько же войск. Арты много не бывает. Где-то на юге. 102 дня. Тут одинаково. Ну, пусть сюда идут. Наемников тех, что есть, мне хватит. Для осад. На осадах их держать. Угу. Чтобы выделить только флот, вот, а не пехоту, нужно Ctrl зажать. И выделить рамочкой. Тогда выделяется только вот флот. Так, тебе сразу поставим давай какого-то генерала. Тут кто стоит? Августо. Тут ставим Витторио. Тоже пусть сразу тренируется потихонечку. Так. Ага. Что там наши колонии? Развиваются. Развиваются потихонечку. Так, Марокко, вижу, уже пошло на спад. Даже, наверное, без вот этого, без войск, которые там подавляют. А, стоп. Марокко. Давайте еще чуть-чуть абсолютизма вкачаем. Так, сколько у нас уже? 73. Кстати, больше не надо вкачивать. То есть зря вот это вкачал, 50 очков потратил. Впустую, либо... Если ты там будешь проходить вот это бедствие, ну там так и так тебя до 70 опустит планку. И все. Так, войска тренируются. Пусть тренируются. В 50-м году вообще-то против Франции будем воевать. Наверное, пока повременим. Да, давайте дождемся до 50-го. На француза пойдем сразу. Повременим против османа. Ну да, как я и говорил, они просто заключили союз. Это, в принципе, было ожидаемо, что ли. Они всегда заключают союз. Тунис и осман. Всегда. Ну, разве что кто-то там опередит Тунис. Например, какой-то Тлемсен заключит, а Тунис с Тлемсеном будут врагами. Тогда, возможно, они не заключат. А так-то они вообще заключают. Так, генерала. Ну, генерала нам нормального, конечно, не видать. Еще
еще очень не скоро. 0.2 0.1 0.4. Ух ты, боевой дух. А на сколько? На 10 лет, неплохо. Я, наверное, против Франции в одиночку повоюю. Ой, тут его кто-то уже. Ага, Австрия сюда добралась, уже его чемерят. Но все равно надо подождать. Так, что-то по строению. Строим. Вот будет прикол, если мануфактура в Китае где-то появится. Столько их построил тут уже. Они сразу появятся в Китае. Так и будет, увидеть. Такое западло обычно и бывает. Так, армия сюда. Что тут еще? Соборы. Просто обновим их. А чё, пусть будет. Там, на черный день. Вдруг пригодится. Склады. Ого, Лиссабон, 28. Неаполь пусть будет. Милан пусть будет. А все обновляется. Вот, тут можно построить. Тут не надо. Сколько у нас тут, кстати? 16. Нормально. Перегоняем. А тут сколько? Воруем. Десяточку. Тоже нормально. Эй, Францию хлебом не корми, отдай посеять недовольство. Франция, она такая. Так, июль, еще годик. Чуть меньше, чем годик. Сколько тут надо? Тридцатка. Ну, сейчас набьем. Этого будет достаточно. Так, 90 уже даже стало. Что-то считал. А, ну правильно, 90. Наемников сразу сюда куда-то выводим. Было бы хорошо, если бы вот эти все завершили войну свою. Против француза. Так. О, не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не. Только не профессионализм. Его еле-еле набиваешь. Генералам и хорошо набивать. За каждого генерала сколько дают по проценту? Ну, допустим, у меня 76%. Ну, 75 будем считать. 25, то есть надо. 25 на 50. Это у нас получается сколько? 5000, что ли? Не, 500. Да, 500. Не. Не, 25 на 50. 500. Я великий математик, да. Так, мануфактуру смотрим. Конечно же, не у нас. Где? В Китае. Я Ванга. Кто бы сомневался? Кто бы сомневался, что оно появится в Китае? Это уже такое, знаете, проделанный путь такой, проложенный, который ты уже знаешь. Ну ничего, хрен с ним, у нас тут мануфактур понастроено, оно в каждой пробке вон по 5% валит. Так что оно быстро. Быстро распространится. Ну, главное, парочку провинций, чтобы вот этот предел перейти, вот эту границу, и сразу можно внедрить с нашими деньгами-то. Так, февраль 50-го, надо уже подводить войска. Тут нафабриковали на соседние, хотя вообще-то я бы сюда брал, в эту сторону. Ну, тут, видите, надо ждать, пока они завершат войну. А они против Китая... Не, они против Китая не воюют. Это француз сам напал на Нидерланды. Не знаю, на что он надеялся. Если тут вот так напасть, то что? Сманчик придет. Вообще-то вот так можно напасть и тоже
таким, скажем так, как это назвать, рашем, что ли. Хотя что рашем, тут надо долго ждать. Не, ну Тунис это, конечно, не проблема. А я не знаю, честно говоря. Я не знаю, что мне делать с этой бедой. Надо как-то бить османа. Не, ну я уже все. Да что, можно бить. Воюем против Франции, затем на османа идем. Чё ждать-то? Так, и против французика. Ну вот этой аравы хватит, я думаю. У него войск там, наверное, уже нету. 87 тысяч, но они не тут. Если бы они были тут, они бы что-то делали. О, кстати. Кстати. Вижу. Спасибо. И чё? Куда идешь? Гасконь, ты, надеюсь, прохода не даешь? Так, этих парней на ножу пустим. И тут на север, наверное, Болгарии будем отдавать. Себе юг заберем. Все, в принципе, тут хватает. Хорошо, хоть осман крепости не обновляет. Вот за это ему огромное спасибо. Ах ты, зараза, ты пропустил его. Вот ты гаскон. Хотя, возможно, это я просто даю кому-то проход. Так, что вот там? О, все, закончили войну, отлично. Ты иди сюда. И ни одного, блин, генерала на осаду. Капец. Это какой-то капец. Боже, ну табак не надо. Тихо, ставим тут. Уже практически натренировались. Ну чё, пусть они тренируются. До войны против османа. Пусть тренируются. Эти уже все прекращаем. Тоже подводим сюда. Интернаты. Ну ладно. А не, он что-то 20 тысяч. Тут еще 20 тысяч. Не, у него тут есть где-то около 50 тысяч. Я так не буду разделяться все-таки. Я как-то буду держаться вместе. И тут еще 30-ка. Да, у него тут есть. А что он не воевал? Может, подвести не мог, что ли? Боже, бедные Нидерланды, мне жалко их. Их все чмерят, все. Все подряд. Кстати, у меня тут культура, можно какую-то внедрить. Английскую, я думаю, внедрим. Или, ну, другую. Французской пока нету. Давай английскую, что ли. Давайте английскую. Пусть будет. С кем там союзики? А, с Австрией. Ага, ну ты Португалия гарантируешь независимость. Угу. Хорошо. Выцепим тебя как-то. Либо Австрию просто позовем на войну. На какую-то. А вот против османа и позовем. Пусть она восстановится там сейчас. Кастилия. Кастилия любит. Это мудака. Тут еще, блин, Баден есть. Это плохо.
А что Баден плохо взял? Ага, столицу просто так не возьмешь, у него тут крепость стоит. Я думаю, по-быстрому можно взять. Хотя и так можно взять по-быстрому. Четверка это небольшая проблема. Ну что, все, есть-то. Есть. Так, зовем. Будем звать кого-то, не будем. Я думаю, что не будем. Пусть они готовятся на осман. Пусть сидят просто тихо, мирно. Правда, они могут опять ввязаться в какую-то войну. Так, давай за вот эту Сайнтогня. Вот так. Ну, все, поехали. Китай, вот Китай не знаю, что с ним делать. Просто счет военный будет плохим. Я не смогу много взять от Франции, но надо бить, пока есть возможность. Так, и надо вот этим додикам отдать. Ой, тут что-то многовато. Вот эти войска пойдут тут возьмут, пока Кастилия не напала. Так, эти ребятки, генералы, идете сюда. Еще пушек вам докину. Не знаю, сколько там надо, но докину. Эти пусть заходят с этой стороны. Эти пусть тренируются. Надеюсь, их тут никто не тронет. Вообще можно их поставить. Что там? Сами все разбирайтесь. Можно вот эту армию поставить куда-то в Умбрию, например. Ну, такую внутреннюю проволоку. Хотя, чё? Я просто поставлю охоту за вражеским флотом. Средиземным. И все, и тут никто их не тронет. Сколько надо? Надо 21 арту. Сюда лучше пойди. Что-то арты вообще нету. Ой, блин, как же я хочу ваших генералов. Кстати, что там по характеристикам? Ну, мы побеждаем по характеристикам, разве что боевой дух. Ну, блин, попробуй переплюнуть Францию с оборонительными идеями. Попробуй. По боевому духу. Ой-ой. Так, так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут будет сражение по-любому. Протыкал. Протыкал. Раз, два, три. Ну, можно призвать Кастилью. Тридцатка. Давай призовем ее. Будет просто отвлекать француза. Вон, 24 тысячи стоит. Так. Блин, цифры меня, конечно, не радуют. Вот сейчас радует. Вот, неплохо. Неплохо. Но сейчас подведет, наверное, подкрепление. Воу-воу-воу-воу. Ух ты, ух ты. Вот это было круто. Неплохо, неплохо. А
Австрия, блин, продолжает подлянки всовывать. Англия и Баден. Союзники. Союзе. Вообще, вот тут смешной, конечно, союз. У Бадена и с османами, и с Австрией. Так, все, успокойся, не надо сюда идти. Ой, тихо, я уже. Скорость аж на вторую. Баден. Хорошо, хорошо. Воюй. Сливай рекрутов. Молодец. Блин, быстро восстанавливается, конечно. Ничего. Без Франции теперь будет попроще. Если Австрия и Польша захватят с нами пойти на эту войну. У нас уже до 40 позбивали. Стоять со мной не надо. Идите там, развлекайтесь сами. Что-то где-то меня оккупируют. А, тут. Окей. Блин, австрийцы опять в какую-то войну влез. Блин, да успокойся ты. Баден. Блин, вот этот Баден тоже бесит. Смотрите, как он разрастается. Ой, 70%. Сириусли. Так, ну пойдем на Париж, значит. Только надо немножко по-другому сделать. Вот так. Ты давай сюда, пока подойди. Вот что плохо в Кастилии, Испании, то что они берут эти пробки себе. Но мы им все равно ничего не обещали. Правильно. Так что обойдется. Один. И сюда. Сколько надо? Капец, минус 64. Сколько дней идет? Фаза 25. Нормально. Тоже нужно 21. Есть 14. 6-7, короче, надо. Сюда. Тут надо немного. 6 хватит, я думаю. Так. Ты стань сюда. Хотя не возьмем этого генерала. Пусть они тут стоят. Ты подойди сюда. А тебя мы поделим. Сюда. Остальное. Знаю, сюда. Зря Кастилию позвал. Забирает все себе. Спасибо. Еще,
Еще чуть-чуть. Где же Китай? Чё-то не вижу. Угу. Ты сюда пришел. Не вижу китайца. Может, еще в пути где-то через Россию топает. Флота его тоже не вижу. Ну, не знаю, не знаю. Австрия уже мануфактуры. Жесть. Он у меня. А не, у меня тоже есть. Ну, оно скоро будет. Скоро будет. Технологию вот эту все-таки надо будет взять. Как-то. Фокус пока что пусть будет тут. Я бы даже одну из армий вот сюда закину, чтобы тут немножко делов понаделать. Давайте перевезем сюда. Правда, тут бы арты какой-то взять. Сколько тут есть? 8, 2. Да все, короче, возьму. Не, все слишком много. Половина. 8 плюс 7, 15, нормально. Так, ты сюда уйди. И сюда давайте. Стоимость содержания, стоимость. Ну, все хорошие я тут уже взял. Тут тоже все. Остались такие. Что попало, как говорится. Так, и почем? 5000. Дороговато пока. Пока не буду брать. Плохо их вот тут поймать, но не хрен, ты хрен их поймаешь. Они сразу убегут. Можно вот сюда попробовать, отсюда пойти, как-то отрезать их. Так, тут я вижу, этот наближается. Ну, сорян, я тут ничем не смогу, не смогу уже помочь, разве что они возьмут быстрее. Я очень сомневаюсь, что они возьмут этот быстрее, просто-напросто пройдет. Там 5 маневра. Не взял, не взял. Он мог взять, но ему не повезло. Да, ведь он сразу валит отсюда. Давай на пересечение ему пойдем. Генерала поставил, хорошего генерала. И что? 30-е. 31-й, он быстрее придем даже. Ну, по боевому духу, конечно, в два раза меньше чувака, и он меня выносит. В два раза меньше.
И меня жестко выносит. Почему? Почему он так выносит? Я не знаю, почему он так выносит. Взяли, написано в характеристике. Ну, типа победили, типа. Так, еще один идет. Может, он где-то тут отступит. Может быть. Так. Сейчас. Ты останавливаешься. Я иду сюда. Так, я прибуду 7-го. А ты 8-го уже не уйдешь. Что у нас тут? Тут у нас француз дикий. Давай попробуем собрать армию. Попробуем. Так, уничтожили, хорошо. Хорошо. Ё-моё, осман уже сюда дошел. Жесть. Так, и что у меня тут получается? Сто 15 000. Будем пробовать. Только так можно пробовать, иначе я его не побью. Тут у нас что? Тут у нас леса. Это плохо. Может, оно идет, а? Так, эти пусть возвращаются. Тут понатренировался уже. Что, так и будем стоять, смотреть друг на друга. А я манал, я минус не буду получать. Я не нападу на него в этой пробке. Стану на дружественную. Так, истекли сроки перемирия, да? И что? Не, ну по 40 есть. Если бы сейчас напасть, то я бы мог это сделать. Я бы мог. Ну, я что-то не особо хочу. Тут надо через Османа идти, чтобы Тунис вообще не уступал в эту войну. Там чуть-чуть повоевать против османчика. Так, ну и чё, французик, чё будем делать, а? Так, Гасконь. Да? Угу. Вот это мы тебе отдадим. Больше тут вряд ли что-то сможем взять. Ага. Если так, эти уже не хочет. Потому что гребаный китаец там висит в союзниках и все. И ты, блин, ничего не сделаешь. Китай я тоже не поплыву. Ты так будешь тут стоять, да? Ну еще вот эту поровку можно взять, эту крепость. Ладно. Будем стоять, смотреть друг на друга. Либо можно просто уйти отсюда. Может, он куда-то станет Париж отбивать. А счет у нас... Ну, еще можно. Еще можно ждать. Можно закинуть...
арты. Вот тут, чтобы побыстрее было. Просто ждать. Ну, судя по всему, никуда уже не двинется. А может, его не может из-за этой крепости, хотя не знаю. Вроде бы должен мочь. Сюда как-то пришел. Должен и уйти. Как-то. Так, этих пока посадили. И пока их, не знаю, в Рим поставим, что ли. А хотя давайте в Килдер поедем. Его попробуем выбить. Правда, я там генерала не поставил. Так. Временная остановка. Поехали сюда. Правда, там крепость стоит. Ничего. Так, Альзас взяли. Все равно не хочет. Ну, уже близко. Не, ну тут по-любому надо разрывать этот союз. Это... Хотя он сейчас с Османом заключит. Ой, уже лучше пусть будет Мин, знаете. Уже лучше пусть будет Мин. Чем Осман. Килдер мне просто выбить. Ну и вот эту пробку тоже бы забрать. Так, что вы тут? 4200 тут пока не получается. Можно культуру где-то поменять. 140. Да мне и это можно, и эту. Пусть будет неаполитанская. Ну, не знаю. Поменял и что. Пусть будет. Ну, француз, ну куда-то двинься-то. Вот, я тебе подставляю войска. А что по реке? Хайна вот есть. Ну, короче, вот отсюда надо. Из Реселя. Атаковать в Намур, да? Да, так не будет реки. Ну, это мало войск. Может и достаточно. Я что-то не знаю. Если он тут так меня выносил, по-дикому. Давайте еще этих подведем. Просто этим сражением можно набить счета военного. Ему тут отступать некуда. То есть он тут полностью уничтожится. Но давайте еще вот этих подведу. Это, конечно, будет дикая битва. Но пусть будет, пусть будет. Что-то аж игра начала подвисать. Протупливать так. Неплохо. Ну, у него там, конечно, в основном пехота. Там пехота. Ё-моё. Там пехота дикая. Так, 8-е, 9-е, 9-е. День жди. Все 9-го. Мясо, короче. Мясо пошло. Фу. Это сражение, конечно. Так реки не должно было быть. А может, оно посчиталось... Блин. Оно посчиталось какой-то из этой армии. И оно отлетает нормально. Ему просто не хватит войск. Мясо рулит. Хорошо. А чё он отступает? Отступает. Далеко не отступит. Так, и ты, и француз даже мануфактуры принял во время войны. Какой ты. Хитрый.
Ой, тут надо было оставить осадника. Все, уничтожили всю французскую армию. Всю? Или не всю? Мин, 160 тысяч. Где они? Где твои 160 тысяч? Ну, сейчас так отвожу, а они вот тут стоят, Португалия. Такой, тут нету. Даже на островок этот не можешь приехать. Ах, фу на тебя, мин. Ни хрена ты не можешь. Так, что еще? Где-то бой идет. Так, на два, на два. Чик. 43 тысячи. 20 пехоты. И 25 арты. Даже не 25. Там 20 хватит. Так, и чё? И ничего. Тут хочу взять... Хотя, может, тут не брать. А, он культура, смотрите, поменял уже на гасконскую. Неплохо. Кстати, надо было все-таки, наверное, на гасконскую держать. Ну ладно. Так, крепость, крепость, Италия, Италия. Можно и сюда? Да, главное вот сюда на фабриковал претензии, я пойду сюда. Как обычно. Ну вот еще бы вот эту и все. Ну счета нету. Счета нету, капец. Это все из-за мина. Это все из-за мина долбанного. Ну еще можно ждать еще 14 очков. Еще этого попробуем выбить. А генерал не взял. Умно, умно, умно. Так, тут берем даже без институтов можно. Новые пушки. Здрасте. Давно вас не видели, да? Так. А тот наконец-то понял, что нужно тут закрыть. Ну, хоть поздно, чем никогда. Ой, а тут что, не можете выбить вот это? Серьезно? Куба, не тупи. И напасть тут может. Может. Без генерала я тут буду получать по шапке. Ах ты, тварь. Так. Так, 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 генерала, генерала побыстрее. Не-не-не, вот этого лучше. Да-да, атакуй, атакуй. Сразу начал нанимать войска. А, полностью уничтожили. Супер. Даже вот отсюда... А, ладно. Я вот сюда бы высадил. 2000. Вперед, 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 вперед.
Хотя вот эти войска можно забрать домой. Так, и... Как-то, не знаю, как-то так. И тренировать их тоже. Так, давайте разобьем стену, чтобы побыстрее было. Так, императрица умерла. А, слетел вот тут модификатор. Нет, народный консорт еще есть. Почему он не слетает? Посмотри, правителя нужно дождаться. 73 года. Молодец. Молодец. От Килдера просто заберу Корнвал. Ну, я тут хочу вот так взять. Тут, короче, Йоркшир еще надо будет забрать. От Англии. Для формирования Рима. Вот этим даже не надо, вот эти пробки. Да, и Корнвал не надо. Тут нужно только Лондон и Йоркшир. Ну, я хочу такой. Вот сюда бы этот чик. Адриана Вал, типа, замутить. Так. Вот французы все подарки шлют. Да-да-да. Да-да-да. Подарочки. Так, Англия, что там? Мамбаса. Так, что, согласен, я вижу, да? А если я... Нет. Нет, нет, нет. 47. Многовато. Ну, давайте сейчас попробуем вот этого. А может не выбивать, может. Это благодаря этой крепости, зато и он и соглашается. Ну, ладно, давай попробуем выбить. Отдай мне только вот это. Ну да, он благодаря этой крепости. Ну тут минус 9, тут такое. Ой, стоп, 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 стоп. Вот это Кастилье, это не буду отдавать Кастилье. А так сколько? Минус 14. Ну вот так, наверное, пойдем. Тут просто север отрежем. Другие страны от Франции. Че, не тренируемся? Всем качаться. Австрия завершает эту войну. Пока Париж не взяли у нас. А чё я французу всех кидают деньги? Африканцы. Француз. Оно, походу, тут само быстрее внедрится, чем я решу это все внедрять. Не, ну само не внедрится, конечно. Это я загнул. Ну, с таким ростом. Так. О! Согласен. Плюс один. Еще можно. А, нет, нельзя. Ну, вот так, я думаю, будет нормально. В принципе, легкая война. Мин не выбиваю, потому что боюсь за османа. О, здрасте. Пришел под конец. Пришел, да. Да-да-да. Мы его не ждали, а оно приперлось. Ладно, внедряем, давайте. Так, 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 так. Войска, войска. Ну, французу пожелаю удачи разобраться с крестьянами.
Так, тут одна такая пехота наемная и пушки, которые вообще не тренированы. Смотрим, что у нас тут получается. Да, у нас третья армия в мире уже получается. Даже Россию обогнали. И у Османа так себе дела. 240 тысяч, это не 300. Ага, даже этих двух можно позвать. Кастилец дестабилизирует. А что у них за дела с Османовой? А? Перемирия нету. А, проход есть. Так отмени, что ли. Ради меня не можешь, что ли, отменить проход? Тебе что, впадло? Китаец такой пришел. Я хотел сражаться, а они уже закончили. Ну ладно, пойду домой. Это он через Османчика лез, да? Угу. Тут, наверное, через Афганистан как-то взял. Ну, короче, понятно. Ладно, будем отменять тренировку. Что, натренировали, то натренировали, да? Только я вот не знаю, как идти, как наступать. Вот тут немного, конечно, Болгария портит нам малину, потому что если бы не было Болгарии, то Осман первым делом пошел бы на поляка. А так поляк будет сам идти, сам вот это все оккупировать и сам все это будет брать. Разве что, ну, размещать в Болгарии свои войска, ну это как-то стрёмно. Как-то стрёмно. Тем более, что все я там не размещу. Так, тут сразу сфабрикуем, пока есть очочки. Сколько надо? Тридцатку. Ну, тридцатку еще набьем. Австрия... Австрия занята. Австрия фигней страдает. Что у нее там по войскам? Ну, 50 тысяч это немного, не, ну, конечно, но есть. 100 тысяч поляки смогут выставить, но у них нету рекорда. Ну, османы тоже не особо. Судя по всему, придется мне одному тут отдуваться. Поляк будет с севера что-то брать. Может, вот тут будет брать. А мне придется держать. Ну, если не хочу, чтобы Осман Болгарию оккупировал. Если этого не хочу. А может, я хочу? Как думаете? Хочу я или не хочу? Вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос. Бум-бум-бум-бум. Не, ну, наверное, завезу войска в Болгарию. Наверное, что завезу. Тут можно будет, хотя я бы не хотел разделяться. Сразу бы пойти на Константинополь. Были бы в него какие-то крепости отключены, то я бы... Оу, здрасте. Здрасте, здрасте, отключенная крепость. Здрасте. Вот отсюда, из Тарнова, я могу через утек зайти. А тут я могу... А нет, вот тут это не просит. Вообще с австрийской территории мог бы зайти. Он сейчас, наверное, включит, пока я подойду на границу. Тут уже вижу включил, и тут вижу тоже недавно включил, а может и недавно. Тут отключено. Не, было бы неплохо такой рашек сделать. За месяц я бы успел на ускоренном дойти по-любому до этих двух. Даже вот через Далматию я вот сюда смог бы зайти, и из Тарнова я бы смог зайти через Видин. Вот видите, тут они, вот это, не, ну, короче, нету контроля тут.
Тут бы поляк взял. Ух ты, шестерка. Ну это богемская. Ладно, ребята, на этом завершаю серию. Следующий, когда будем воевать против Османа, уже вам. Ну, начнем серию записывать, скажем это так. Вот, между сериями я просто-напросто это все поперевожу, поставлю, расставлю. Даже если не получится быстро взять, то ничего страшного там нету. Если не быстро, то медленно возьмем. Вот так. Все. Всем спасибо. Всем пока.